Доброе утро! На финишной прямой последний месяц календарной зимы. Февраль богат на праздничные даты, а это значит, нас ждет много интересного. 7 февраля в Нягинском театре юного зрителя пройдет спектакль с вкусным названием «Апельсиновые сказки». В солнечной Италии очень любят апельсины, но еще больше в Италии любят сказки. Хотите послушать? Динамичный и красочный спектакль «Апельсиновые сказки», наполненный музыкой, танцами и импровизацией, придется по вкусу каждому юному зрителю. Начало в 12:30. Поклонники легендарной рок-группы Nautilus Pompilius, ликуйте! 8 февраля участники группы отметят свое 35-летие сольным концертом в Сургутской филармонии. Вячеслав Бутусов представит зрителям программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также новые песни из репертуара группы. История целого поколения в удивительном сценическом оформлении. Это нельзя пропустить, это нужно увидеть. Старт мероприятия в 19:00. Оказывается, почувствовать себя под небом Парижа можно не только под звуки французского аккордеона, но и под музыку русских народных инструментов. Не верите? Ансамбль русских народных инструментов «Ларец», ансамбль танца «Калинка», а также солисты Ирада Николаева и Светлана Люб вам это докажут. 9 февраля, в преддверии Дня влюбленных, Сургутская филармония приглашает на премьеру концертной программы «Под небом Парижа». Начало в 19:00. Любишь спорт, вечеринки и зажигательную музыку? Тогда мероприятие под названием «Zumba Dance Party» для тебя. Вечеринка в стиле зумба – это зажигательные латиноамериканские и мировые ритмы сальса, бачата, самбо и даже хип-хоп. На протяжении 2 часов в культурно-досуговом центре «Октябрь» Ханты-Мансийска ведущие инструкторы округа проведут мастер-классы по направлению зумба. Любителей потанцевать ждут 10 февраля в 14:00, вход свободный. От ритмичной бачаты к отечественной и зарубежной эстраде. Концертно-театральный центр «Югра Классик» Ханты-Мансийска приглашает на концерт с любовью о любви. Впервые на сцене 2 брендовых коллектива выступят вместе. Ансамбль «Млада» и джаз-бенд Олега Боровкова. Вас ждет настоящее светомузыкальное шоу, состоящее из популярнейших хитов отечественной и зарубежной музыки. Я уверена, билет на концерт станет хорошим поводом признаться в своих чувствах близкому человеку. Мероприятие состоится 10 февраля в 18:00. В детстве я очень любила русскую народную сказку «Гуси-лебеди». Она научила меня отзывчивости и благодарности, решительности и смелости. Уверена, для ваших детей она также станет отличным примером. На этой неделе сказку покажут в театре кукол «Барабашка» города Нижневартовска. Музыкальная постановка, красочные декорации, необычный сюжет делают этот спектакль веселым и понятным даже самым маленьким зрителям. Спектакль состоится 11 февраля. В 11:30. На этом у меня все. Проведите эту неделю культурно.